Какой звук сейчас будет? Так, как заправить машину карточкой? Вставляем карточку, лучше всего правильной стороной. И следуем инструкции. Окей. Нету билетиков. Так, нам какой... А какой бензин сюда нужен? Что? Quel gasoil il faut mettre? Нормально. Так. Код Бонна. Бонна. Très bonne. 98 бензин. Оп. Сказали, наливайте себе бензина 98 на 119 евро, если хотите. Но я всего лишь на 20. Этого будет достаточно. Ненавижу этим заниматься. Всем привет, мои дорогие! На связи Мила Фрино, и мы опять находимся в Каннах, потому что мы здесь живем, но мы едем в Мужан. Мужан – это маленький городочек рядом, потому что... Подождите, оп, мы там нашли трамплин как-то, батуты. Мы сейчас поедем туда с Тео попрыгать немножко на батутах, потому что нам хочется попрыгать на батутах. А? Нам хочется! Да! Сад! Сад! Я скинула наверх килограмм 10, и я не чувствую своих ног. Ага, но мы еще вернемся, это было прикольно. Это новинка, находится это в Мужан. Называется, давайте я ссылку оставлю внизу, если вы захотите туда попасть. Это стоит очень недорого, и это очень-очень-очень круто. Короче, мы уже ехали домой, по дороге вспомнили, что мы хотели купить землю, чтобы наши томаты пересадить. Сейчас мы пойдем вот в этот вот магазин, в Кастерама для сада, и купим там всяческие... Что мы купим? Ты, Антуан Гризман, блин. Купим землю и пересадим наши томатики сегодня. Будут у нас томаты наши свежие, наши. Смотрите, какие мы нашли фонтаны здесь. Вот бы такой в сад поставить. Вот эти вот красивые. Сколько? 149 евро это стоит. Ну, когда у нас, знаешь что, когда у нас свой дом будет, мы такой поставим тоже. Вот такой из трех шариков. А буду вот такой, это ко мне в комнату надо, чтобы меня утихомиривать. Нету места. Давай посмотрим. Откроешь? Я под ходу плас. Это не важно, мы все равно. Для меня. И любой тип кондор ла ватюр. Но, поскажу... Нет, мне не видно будет, когда буду рулить, сыну. Давай его на сиденье. А потом сдуем. Купили землю, едем сажать наши помидорки. А я, кстати, даже семена купила помидорок, которые вот так тянутся и делаются томат-сиристки, маленькие томаты-вишенки, которые. И они вроде как, ну, как виноград вот так они тянутся, тянутся и дают плоды. Кажется, я треснула тебя по голове, да? А, ты мне дверь открыл. Надо же, какой джентльмен. Что так они сделают, да, чтобы мама тебя на трамплин отвела опять, да? Тебе понравилось? Всем бон идею, па? Да. А вот проверим почтовый ящик. И oui, и три кули. Сейчас будем открывать посылочки. Будем? Да. Давай. Первая посылочка пришла от
из Франции, откуда-то, с города Мэри-сюр-Уаза. В этой посылочке находится... Эй! Плам-плам-плам! Сегодня мы устроим драку! Устроим самую настоящую драку шариками! Кстати, я тебе не сказала, сынуль. Но... Спасибо большое! Да не за что, я тебе еще что-то не сказала. Там в ванной наверху еще такие есть, я вчера получила. Я на beaucoup plus encore. Je l'ai reçu, ils sont dans la salle de douche. Encore? Ой. Первую посылочку посмотрели, это вот такие шарики. Посмотрите мое видео, которое называется «Самое короткое офигеть видео». Мы там уже устраивали драку вот такими надувными водными, водяными шариками. Теперь я купила много-много, и еще у меня в ванной там спрятана кучка. Поэтому сегодня драка будет. Драка еще та будет. Да, вторую посылочку. Так, вторая посылочка от... О, вот когда нету отправителя, вот когда не написано от кого... Если честно, то это не вызывает доверия. А, это солома. Солома? Смотри, это солома. Господи, что это? Это солома. А, во. Понятно все. Оп, должно быть три. Я заказала себе масло. Это био, настоящее масло. Это масло иланг-иланг. Это пачули. А это роз, дерево розы. Вот так. Эти масла, они афродизиаки, и я устраиваю себе небольшие такие ванные дни, когда я ими намазываюсь, ну не полностью, если хотите узнать рецепт, я вам расскажу, и дальше я вам не скажу, что происходит, поэтому вот так, мы сюда афродизиаки сложим, давай третью, последнюю посылочку, подожди, солому надо убрать, тут соломы много, давай третью посылочку, так, это моя любимая, которую я не умею открывать. Может быть, у меня впервые в жизни получится. Сейчас оттяну. Оп-оп. А, надо медленно, смотри. Оп! Вау! Первый раз в жизни я открыла. А здесь у нас находится... А, ягоды годжи! Ягоды годжи. Для чего я использую ягоды годжи? Это не тебе, сыночек, это маме. Это я, когда делаю коктейль свой утренний для силы и бодрости, я добавляю туда вот такие вот ягоды годжи. Это мой секрет. Это мой секрет, потому что вы меня спрашиваете, как я держусь в форме весь день с двумя детьми и с кучей там всяческих дел. Это ягоды годжи и бананы по утрам. Вот. А это для соблазнения мужа. Хотя, он, кажется, в этом не нуждается. What does an Artlist subscription cover? Well, everything. Do you cover broadcast commercials? We cover everything. But now I have 50,000 subscribers. Awesome, still covered. But what if... Everything. Wait, and if I'm filming a show... Everything. But my channel views... Everything. Wow, cool. One price, one simple license. We've got you covered for everything. Start now and get your license. Сэндвичи на улице. Подожди, я кайся так кину. Леночка, сегодня у нас был последний день в младшей, нет, в средней группе. И завтра она приходит в старшую группу и спускается вниз. Ты довольна, Леночка? Ты уже теперь большая девочка, да? Нина. Молодец. Вот это. Копировать маму, да, решили? Ну ладно, ваши проблемы. Леночка переходит в старшую группу. Браво, Лена! Браво! Вытащи сосочку изо рта и скажи «Браво!» Браво, Лена! Кака? Где кака? Сыночек, посмотри, там у него волос какой-нибудь прицепился или еще что-то. Ой, паскисаса он данер. Яички в самую последнюю очередь. Кофе это в пакет складываю, в этот пакет. Я тогда сложу.
будем опять мясо с косточками сегодня делать. Мы его будем готовить в пиве La Gudale. Это темное пиво, в нем мы приготовим сегодня наше мяско. Алкаши, блин! Алкаши! Ленка, мы эти, алкаши. Ты будешь вот, вот такое вот, смотри, видишь, мы мясо в пиве будем готовить. Ты будешь это кушать? Ням-ням. Да? Ну вот видишь, я же говорю, алкаши. Так, будем сажать. Давай, берем. Берем землю, откроем. А, ножницы. Принеси, пожалуйста, ножницы. Да, Лена такая помощница, молодец. Так, сейчас попробуем наш помидор пересадить. Он уже такой большой. О, он зацвел. Ты его? Иди сюда, смотри. А, секундас? Давай. А это, так, это тоже томат, а это мы так и не узнали, что это такое, но мы его пересадим в отдельный горшочек, это, скорее всего, какое-то дерево, очень похоже на дерево. Что? Маленькое, да, сейчас мы будем все пересаживать. Маленький листочек, да. Давайте, начинаем. Ну, давай, давай, ты вот сюда лей водичку, вот сюда. Это неправильно сделано, вот так. Так. Иди сюда. Иди сюда. Сима! Вот. Вот партизан, блин. Вот он всегда найдет куда. Так, давайте сюда землю. Ага. Лена тоже чуть-чуть? Лена поливает. Ну ничего страшного, пусть поливает. Ничего страшного. Так, секрет загадочного растения раскрыт. Это же авокадо, девочки. У меня пророс отличный авокадо. Давай. Оп. Я не знаю, как он теперь вырастет или нет, потому что он корни уже пустил. Поэтому, ну, попробуем что-то с этим сделать. Давай, закапывай. Если он приживется, будет у нас авокадо. Давай еще землю туда. Так, что у нас получилось? У нас получились помидорчики, авокадо, маленький фикус, помидорки, вишенки. И тут у нас будет укроп растел, а там у нас большой такой фикус. Теперь у нас свои тоже растения. Так, дети, теперь надо все это убрать. Смотрите, какой бардак. Девочки, вы знаете, что я очень редко готовлю, но сегодня это делаю я. Смотрите, у меня здесь свиные ребрышки в пиве я готовлю. Это будет... Ой, не видно ничего. Это будет картофельное пюре, но я сейчас покажу, как я его готовлю. И здесь у меня... Вот Жульен никогда такое не делает, а я делаю. Смотрите, у меня салат со сметанкой, огурчики, помидорчики и лук. А сейчас я вам покажу секрет своего пюре. Смотрите, вот в такую тарелочку у меня здесь Маша с мячиком. Мы сейчас добавим желток. Только желток. Не белок, а только желток. Белок это для утреннего коктейля оставим. Туда же сметанку, ложечку или две. Но это я остатки вот от салата прям туда добавляю. Туда же сливочное масло. Можно, конечно, в картошку, но я его сюда добавляю. И сыр. У кого уже есть потертый, ну и хорошо. У меня нет потертого, я взяла вот такой вот. Я его натрю прямо вместе с вот этой вот корочкой такой. Она такая не восковая, это съедобная. Сейчас мы его туда немножко натрем. Теперь вилочкой всю эту смесь вымешиваем. Хорошо вымешиваем. Я ложкой, но лучше вилкой, потому что масло, оно жесткое. И потом, когда пюре готово, добавляйте это туда. Смотрите, в пюрешку, не самую горячую, чтобы она не очень была горячая, уже добавляйте наши, что это, соус или как это назвать, и перемешивайте хорошо. У меня не такие красивые тарелочки получаются, как у Жульена, но все равно это очень вкусно. Мясо в пиве, картошечка пюре с незаменимым просто соусом, и там еще есть вкусный салат. Что касается мужа, добавьте в его тарелку немного виагры. Вам это поможет провести отличную ночь. Желаю вам всего доброго и до завтра!